И тут начался дождь. Мы его решили переждать, а потом пойти в центр. Сейчас перед нами Владимирский собор. Ну а сейчас перед нами откроется шатровая церковь Петра Митрополита. И вот сам центр, главный Покровский собор. А перед нами памятник Александра Невского, который здесь как раз и родился. Мы решили забраться на валы. И посмотрите, какой открывается вид. Теперь мы решили подняться и увидеть саму реку Трубеж. Ну а сейчас мы решили пойти в Николинский монастырь. Снова пошел дождичек. Я решила сделать очень интересный кадр. Посмотрите. И вот как оно выглядит с главного входа. Сейчас мы туда зайдем. Как оказалось, внутри монастыря находится известный Корсунский крест, но мы его не увидели, так как в монастыре велась служба. На следующий день мы отправились в Данилов монастырь. Но на этом наша прогулка не закончилась, так как потом мы дошли до Плещеева озера и до речки Трубеж. Подпишись, чтобы не пропустить ничего интересного.